Да, Масяндр, это конфеты. Это глина из нее лепить, всякие штучки напищит. И одеяло. Одеяло. У тебя еще твое первое одеяло с совками и с лисками. Красивое. Масяндр конфетами увлечен. Елочками. Пикабу. Пикабу. Да, эти елочки отмечаются и горят. Тебе в комнату поставим. Михаил! Михаил! Сегодня будешь спать на новой подушечке и новым одеялком укрываться.